Обучающие, развивающие для детей. Находка. Я выбежал на улицу, по мостовой пошел, свернул налево за угол и кошелек нашел. 4 отделения в тяжелом кошельке, и в каждом отделении пятак на пятаке. И вдруг по той же улице, по той же мостовой идет навстречу девочка с поникшей головой. И грустно смотрит под ноги, как будто по пути ей нужно что-то важное на улице найти. Не знает эта девочка, что у меня в руке ее богатство медное в тяжелом кошельке. Но тут беда случается, и я стою дрожа, не нахожу в кармане я любимого ножа. 4 острых лезвия, работа непростой, да маленькие ножницы, да штопор завитой. И вдруг я вижу, девочка идет по мостовой, мой ножик держит девочка и спрашивает: «Твой?» Я нож беру уверенно, кладу в карман его. Проходит мимо девочка, не знает ничего и грустно смотрит под ноги, как будто по пути ей нужно что-то важное на улице найти. Не знает эта девочка, что у меня в руке ее богатство медное в тяжелом кошельке. Я бросился за девочкой, и я догнал ее, и я спросил у девочки: «Твое? Скажи, твое?» «Мое», сказала девочка. Я шла, разиня рот. «Отдай! Я так и думала, что кто-нибудь найдет».